Здравствуйте, меня зовут Сергей Алексеевич, фамилия Зеленков. Я анестезиолог-реаниматолог, я работаю в УСМ клинике. Я сейчас хочу рассказать вам немного о наших задачах, о наших возможностях, которые мы проводим для вас, для пациента. Прежде всего, мы проводим, так сказать, седацию. Такой наркоз, который похож на глубокий сон, с выключением сознания, когда больные не чувствуют боли или неприятных ощущений. И, соответственно, у этого наркоза есть быстрый выход. Вот такой наркоз или сопровождение анестезиологическое мы проводим при разных болезненных манипуляциях. Скажем, каких? Исследование гастроскопия, колоноскопия, небольшие операции, урологические, например, проктологические операции. Если урологические операции, то это варикоцели, водянки яичка, обрезание. Проктологические операции, разные полипы на прямой кишке в основном. Ну, это в основном. Теперь дальше. Мы также работаем с гинекологами. Они могут оперировать полипы шейки матки, полипы матки, делать гистероскопии, то есть осматривать полость матки, расширять шейку матки, ну и разные манипуляции. Вот примерно при таких манипуляциях мы проводим седации. Что нужно для того, чтобы вы получили нашу седацию, анестезиологическое обеспечение? Что для этого нужно? Нужно до прихода на прием к анестезиологу нужно сдать общий анализ крови и ЭКГ. И, соответственно, если там есть изменения на ЭКГ, нужно пройти осмотр кардиолога. Если у кого-то, скажем, сахарный диабет и повышенный сахар, соответственно, нужно осмотр эндокринолога, ну и так далее. Самое главное, чтобы вы запомнили, нужно два компонента. Первое – общий анализ крови и ЭКГ. С этими двумя компонентами, с пленкой ЭКГ и с планком анализа, вы приходите на осмотр к анестезиологу уже с готовыми результатами. После чего мы с вами обсуждаем ваше состояние здоровья. Анестезиолог смотрит на эти анализы, и в дальнейшем мы определяем нашу тактику. Можно ли вам сейчас получить вот эту седацию и пройти безболезненно процедуру? Или же нужно что-то еще сделать для того, чтобы это все пройти и получить? Я приглашаю вас посетить УСМ клинику, записаться в регистратуре на консультацию к анестезиологу и выяснить, возможно ли в вашем случае провести какую-то болезненную манипуляцию без боли. Спасибо за внимание.